Носить маски. Жителям об этом напоминают все чаще. Риск заразиться коронавирусной инфекцией вновь усиливается. В последние недели эта опасность оборачивается ограничительными мерами. Людям пожилым и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома. Тем же, кто ездит в транспорте, ходит в магазины, аптеки и в другие общественные места, необходимо соблюдать требования по обязательному использованию масок и респираторов. Контролировать выполнение этого распоряжения губернатора региона власти намерены в том числе с помощью рейдов, которые проводятся регулярно. Очередной такой рейд прошел на станции Щелково. Его провели совместно сотрудники администрации и государственного административно-технического надзора. К участию в проверке соблюдения масочного режима привлекались волонтеры и члены добровольных народных дружин. Основная цель таких рейдов – не штрафовать, а проводить разъяснительную работу. Остановитесь, пожалуйста. Брат, знаете, что московский... Нет, не надо показывать. Я не... Вот наденьте... Одну секундочку. Ознакомьтесь, пожалуйста. Сейчас идет профилактическое мероприятие. Рейд в этот день затронул и ближайший от станции продовольственный магазин, где всем жителям также было настоятельно рекомендовано соблюдать масочный режим. Основная цель данных рейдов – это разъяснить людям необходимость соблюдения тех мер предосторожности, даже минимальных, которые позволили бы им сохранить свое здоровье. В первую очередь, это, конечно, самое простейшее, это соблюдение масочного режима. Такие рейды будут продолжаться. Каждый следующий пройдет с большей требовательностью к жителям. Ведь для нарушителей уже введены достаточно ощутимые штрафы от 4 до 5 тысяч рублей. Так что лучше не рисковать, ведь находиться в маске совсем не трудно. А самое главное, это не только забота о своем здоровье, но и в нынешней ситуации проявление уважения к окружающим. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.